Николай Рыбалко ради жизни на земле. На деревне, коих много приютилось на Руси, жил мужик, один из многих, но прослыл, как гармонист. Невысок он был, нестройный, весельчак и балагур. Было что-то в нем такое, девки липли все к нему. Чем он их к себе привадил, но весь женский контингент на гулянке или на свадьбе шел к нему искать ответ. Ну а он, а после стопки, загрызнет и вытрет рот, а потом возьмет гармошку, заиграет, запоет. Заиграет он да так, что ноги сами в пляс идут. Деревенские девчата так и липнут, так и льнут. А потом, меха расправив, на весь дом как заорет: «Мы живем не ради славы!» И поникнет, и замрет. Тихо он гармонь обнимет, станет что-то вспоминать. О своем он вспомнит сыне, он геройский был солдат. Кто погиб в Афганистане, кто-то, может быть, в Чечне, он погиб не ради славы, ради жизни на земле. Как с ним сеяли весною, как косили на лугах, как он лютою зимою мужика от смерти спас. И притихнут все, кто рядом. Он закончит свой рассказ, а потом рванет трехрядку, снова всех отправит в пляс. Так все время продолжает. И теперь сдается всем: мы живем не ради славы, ради жизни на земле.